Вітаю вас, шановні! В ефірі програма «Доброго вам здоров'я». Сьогодні ми поговоримо в програмі про дівчачі проблеми із дитячим гінекологом. Бо навіть у досить маленьких ще дівчаток вже можуть бути проблеми із статевими органами, із якимись проблеми з розвитком і багато інших дитячих, але по-дорослому важливих проблем, які потім можуть стати на заваді реалізувати себе як жінку, як мати. Отже, що повинно турбувати матусь і з чим вони повинні йти до дитячих фахівців? Про це ми поговоримо із професором, завідуючим відділом дитячої та підліткової гінекології Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків Софією Левенець. Я вітаю вас, Софія Олександрівна. Отже, проблеми зі статевими органами дійсно бувають ще досить майже ще у немовлят. Які найчастіше трапляються проблеми у дівчаток раннього віку і чому це виникає? Ну, говорят, маленькие девочки на большие проблемы. Чаще всего, мы уже однажды об этом говорили, это преждевременное половое развитие, когда девочки буквально с рождения у них начинает увеличиваться молочная железа. И в норме это бывает у совершенно здоровых детей, но к 1,5-2 годам это все должно проходить. Но если не исчезает, а даже наоборот увеличивается, это уже серьезная проблема. Это называется преждевременное половое развитие, которое может даже привести к полной форме, то есть когда появляется и половое волосение, и даже менструация и в 3 года, и в 4, и в 5. Но для того, чтобы этого не было, девочку нужно обследовать. Но и самое главное, обследовать, конечно, нужно, причем нужно только у детских гинекологов. Патологию знают даже эндокринологи, эту не очень хорошо. А вот не нужно слушать соседок, бабушек на скамеечке, там каких-то подружек, потому что иногда рекомендуют, приложи там лист капусты, сделай там компресс какой-то, все рассосется, ничего подобного, будет только хуже. Раньше у нас даже хирурги иногда такое рекомендовали, но сейчас мы хирургов научили, они это уже не делают. А вот в народе, к сожалению, все еще существует такое мнение, что ничего страшного, что можно это... Нет, это действительно можно вылечить, можно от этого ребенка избавить, потому что 16%, это много всех девочек, у которых не исчезает молочная железа, а сохраняется или даже увеличивается, у них появляются очень рано, до 7, до 6 лет менструации, вы можете себе представить. А дальше идет задержка роста, потому что перестают расти длинные трубчатые кости, позвоночник продолжает расти, а руки, ноги нет, и таз продолжает. И фигура, конечно, не то, что некрасивая, а просто очень плохая. Длинный позвоночник, короткие ноги, широкий таз. И у нас была одна сотрудница в институте, которая это пережила в свое время. И когда очень мама начинает рассказывать, что да ничего страшного, все будет хорошо, я эту сотрудницу показываю. Говорю, вы хотите, чтобы ваш ребенок вот был вот такой? Мамы сразу соглашаются. То есть, понимаете, пример – это самое главное. Ну, с этим, слава богу, к нам очень много едет людей. У нас уже больше 500 человек состоит на учете таких детей. Очень много приезжает из других областей. А вот у старших девочек, у подростков, тут другая проблема. Здесь уже идут нарушения цикла менструального кровотечения, там или наоборот задержки длительные и короткие. И есть одна такая коварная патология, я ее по-другому не назову. Ее практически вот до настоящего времени не особенно-то изучали, практически и нет. Это называется первичная олигоменорея. Это по международной классификации вы не найдете нигде, ни в в интернете очень мало единичные публикации, то только на английском языке. А на украинском, на русском практически нет. Мы все перерыли, что могли, не нашли. И вот занялись этой проблемой, что получилось? Что это такое? Это когда начинаются задержки менструации от 1 до 5 месяцев, буквально после первой менструации или после 2-3 регулярных циклов. Начинается задержка, потом некоторое время могут быть регулярны, потом опять задержка. И так в течение года несколько раз. Это почему я назвала эту патологию коварной?
На нее мало обращают внимания. И мамы, и девочки. Ну, подумай, вважают, что это нормально, да, что это сгодом, это пройдет. Это все, да, пройдет. Кстати, если этих девочек не лечить, то только 22% потом менструации устанавливаются, но через 2-3 года от начала, а далее ничего хорошего. Зато, вот если мы просмотрели большое количество наших бывших пациенток, трудно их найти, потому что меняют фамилии, когда выходят замуж, меняют адрес. И получилось, что даже те, которые у нас лечились, и у них установился после лечения регулярный менструальный цикл, у них у половины все равно первичное бесплодие. Они первичное бесплодие, а у половины этой половины еще все знают такое название, как синдром поликистозных яичников. А те, у кого цикл так и не установился, 100%, у одной только из вот всех, что мы смотрели, она в конце концов родила после лечения уже в репродуктивном центре. Так вот, для того, чтобы заподозрить, есть это первичная олигоменорея или нет, ведь обращаются на первом году, ну, очень мало, ну, 25% больных. А больше 40% приходят, когда вот эти задержки продолжаются уже в течение 2, 3, 4 и даже 5 лет. И только потом уже или сама девочка, или ее мама понимает, что здесь что-то не так. И вот, значит, мы решили выяснить, на кого нужно же обращать внимание. Вот как выделить эту группу, у которой это таки будет продолжаться. И прежде всего, это так называемый инвертированный пубертат. Во-первых, я должна сказать, это должны, в общем-то, все знать, что половая система девочки имеет несколько этапов развития. Один из них – это пубертатный, подростковый, когда вторичные половые признаки и менструации появляются в строго определенной последовательности. Сначала начинает увеличиваться молочная железа, потом появляется рост волос на лобке, потом в подмышечных впадинах. И примерно через 2 года от того, когда начинает увеличиваться молочная железа, появляется менструация. Это физиология, это закон. Так вот, когда вот эта последовательность нарушается, сначала появляется лобковое волосение, а потом начинает увеличиваться молочная железа, это очень плохой признак. Там может быть 2 варианта. Один раз, в одном случае это патология надпочечников, которые вместе с яичниками образуют единую стероидсинтезирующую систему, то есть образующую гормоны и в надпочечнике, и в яичнике. И вторая проблема – это когда яичник неправильно функционирует. Он больше продуцирует мужских половых гормонов и очень мало женских. Вот и нарушается эта последовательность. Далее девочки начинают позже менструировать, как абсолютно здоровые, ну, где-то в 13-14 лет, хотя это должно быть где-то в 12,5. Далее это вес, масса тела. Все боятся избыточной массы тела, ожирения. И косметические диеты применяют, и все что угодно, но без врачебной помощи справиться с этим очень сложно. А там, где дефицит массы тела, они тонкие, звонкие, прозрачные, считают, что это красиво. Но на самом деле жировая ткань является частью эндокринной системы. В ней образуются и наоборот разрушаются те же самые половые гормоны. Ее должно быть достаточное количество, но не должно быть лишней. И вот тогда вот происходят эти нарушения. Если девочка очень худенькая с детства, и мама худенькая, и папа худенький, то это, в принципе, конституциональная особенность, ничего страшного. Но если вдруг появляется вот это исхудание позже, или если она начинает поправляться перед менструацией или в период менструации, это уже ненормально, это уже эндокринные нарушения. И тогда, во-первых, девочки очень часто не хотят поправляться, и совершенно напрасно. Мы специальный пищевой дневник заводим, там у нее должно быть минимум 2000 калорий, они учатся считать калорийность пищи и с избыточной массой тела, и с дефицитом массы тела. Потому что иногда этому можно помочь чисто диетой, а иногда приходится применять медикаменты. Особенно у девочек с избыточной массой тела. У них, как и у взрослых женщин, может начинать формироваться
так называемый диабет второго типа, инсулин независимый. Это не тот диабет, который вот все привыкли, да? А это инсулин независимый. У них очень высокий уровень инсулина, не низкий, как вот при обычном диабете первого типа. У них сильно повышается аппетит, особенно вечером, так что они справиться с этим не могут. Вплоть до того, они вечером бегают по холодильникам. Мама говорит, она вечером бежит по холодильникам, шуршит. Но ей хочется кушать, потому что инсулин требует еды. Для этого есть специальные препараты, которые применяются и у взрослых женщин. И, в общем, они безвредные практически, они не оказывают вреда на остальные органы и системы, но на них значительно легче прийти в норму по весу. А це навіть, якщо це дівчинка у цьому пубертатному віці, підлітковому, вона починає обростати таку, так? Це нормально? Ні. Трошки зайва вага? Росте груди, ростуть, збільшується там об'єм? Так, і вона стає такою кругленькою. Це гормональний такий взрив. Як то кажуть, вибух такий гормональний, і це ненормально, це свідчить про щось. Это надо хорошо смотреть. Во-первых, есть семейные традиции питания. И здесь девочка, как папа и мама, как они в семье питаются, она начинает просто больше есть и поправляется просто потому, что вот все они так едят: картошечку, белый хлебушек, там маслечко, конфетки, булочки. А есть ситуация, когда нет, когда это уже избыточная масса тела появляется в связи с нарушением вот этими гормональными. Это каждый раз, иногда мамы сами приводят, девочка стала поправляться. Давайте посмотрим, почему она стала поправляться. И где-то, процентов 30 – это семейные традиции питания. А все остальное, получается, мы находим какую-то эндокринную патологию. Ведь гинекология подросткового возраста – это гинекологическая эндокринология. Это очень сложная проблема, очень сложная. Действительно, квалифицированных детских гинекологов не так уж много. Ну, слава богу, она у нас на Украине есть, это специальность, этому обучают. И отделить там, где это просто нарушение питания в семье, и тогда можно, вся семья тогда должна на диету садиться, что не всегда получается, особенно с папой. Мама-то с удовольствием. Должны быть физические нагрузки, обязательно, в любом случае, умеренные, нельзя перегружать. А вот там, где это эндокринное нарушение, здесь, конечно, нужно смотреть, в чем проблема, почему, вдруг она стала поправляться. Потому что есть так называемый гипоталамический синдром периода полового созревания, когда нарушается функция центров в голове. Там есть такой гипофиз, гипоталамус, который регулирует, в общем-то, все функции, в том числе и жировой обмен, и водный обмен, и все функции. И если мы выходим на то, что это все-таки признаки гипоталамической дисфункции, обязательно консультация невролога. Обязательно. И кроме того, у нас еще есть и психолог. Да, потому что получается, что эти девочки не всегда правильно оценивают, свой вид, свое состояние. Вот им кажется, неправильно, они неадекватно оценивают. Мы заставляем их нарисовать, как они себя видят, свою фигуру. И получается, что где-то 50% девочек толстых видят себя худенькими. И их это не волнует, это им нравится. А 50% очень худых видят наоборот, себя такими пышечками, с хорошим бюстом, с хорошим тазом. И вот здесь уже психолог специально обученный, психолог им объясняет, что, девушка, это немножко не так, ты не такая. Вот давай будем думать, как к этому дальше приходить. И еще один очень важный момент, который вот мы сейчас обнаружили, это ранний репродуктивный возраст мамы во время рождения девочки. Что значит ранний репродуктивный? Это международная классификация. Есть ранний, оптимальный и поздний. Ранний – это когда мама рождает девочку в возрасте до 20 лет. И получилось, что каждая четвертая девочка наша с первичной олигоменореей, вот с той, о которой я говорила, сковарной, родила ребенка до 20 лет.
очень так задумались, в чем же проблема. Скорее всего, вот эта незрелость, вы же не забывайте, что во многих странах совершеннолетие считается 21 год. Это ж... Але ж у нас тут на Україні це нормально, що в 15-16 років дівчата виходили заміж і народжували дітей. Це коли було? І що зараз? Ну, в минулому столітті. Да, тобто ми вже змінилися, і наші гени в тому числі вже мають очень якісь сильно, інші. Ми дуже сильно змінилися. Угу. Ми ж прослежуємо прямо там кожні 10 років, дивимося, як це все міняється. І от зараз вот эти девочки, которые рождены мамами до 20 лет, скорее всего, это была незрелая половая система у мамы. И потом, даже если это желанная беременность, даже если это, ну, ей хотелось иметь, это все равно для этого организма стресс в любом случае. И уже ребеночек начинает страдать внутриутробно. И потом это сразу все хорошо, она нормально рожает, хотя все остальные такие же осложнения, как при оптимальном репродуктивном возрасте. И потом уже в период полусозревания, который критический период, он предъявляет организму повышенные требования. Вот здесь вот эти поломки, которые начались еще там внутри утра, вот здесь и начинают проявляться. Ну, здесь, понимаете, здесь только разъяснение и... Правильно, пусть лучше девочка рожает в 16 лет, чем делает аборт. Это 100%. Но просто нужно знать. Вот наша система семейных врачей, вот должна заработать хорошо система семейных врачей, потому что они должны знать семью полностью. Бабушку, маму, девочку и так далее. Они тогда будут отслеживать этих девочек, которые родились от очень молодых мам, или там они стали полными или худыми, и за ними следить и вовремя направлять к детскому гинекологу. Повторяю, взрослые гинекологи не очень хорошо в этом разбираются. У них есть несколько четких диагнозов: синдром поликистозных яичников, ановуляция хроническая, ну, в общем, так, фиброма. Ну, а у дітей этого пока что нет. Ще одне питання, хотілося б, щоб ви теж трошки пояснили. От якщо дівчата страждають від занадто рясних місячних, від дуже таких болісних місячних, інколи це буває так, що взагалі дівчинка не може піднятися, дуже все болить, і голова, і нудота, і таке інше. Чому? Що це? Ну, обильні менструації, или даже длительные очень, это аномальные маточные кровотечения пубертатного периода, или пубертатные маточные, или раньше ювенильные говорили, но это не важно. Это тоже нарушение, это тоже гормональные нарушения, но немножко другие. Если вот у девочек, у которых задержки чаще бывают позднее наступление менструации, то у этих девочек чаще бывает ранняя менархия, ранее, там в 10 лет, в 11, это тоже, в общем-то, рановато. И далее у них идет гиперфункт, то есть больше получается, вырабатывается половых гормонов, чем положено. И нарушается сократительная способность матки самой, она еще маленькая, и она не в состоянии это... Ну, там это очень сложный тоже вопрос, и их, в общем-то, не так много, но с ними чаще обращаются, именно с этой патологией чаще обращаются к врачу. Поэтому она лучше изучена, и, в принципе, доктора знают, что с этим делать. У нас в клинике очень мало мы назначаем гормональных препаратов, в основном есть масса негормональных методов лечения, гормональные могут подавить то, что и так еле-еле тлеет. Вот. Мы стараемся все-таки негормональными методами останавливать, но есть тоже одна форма, на которую не очень обращают, называется ремитирующее кровотечение. Вот прошла менструация, допустим, 7 дней, достаточно обильно, потом 3-4 дня ничего нет, потом опять появились выделения, прекратились, потом опять несколько дней все хорошо. Самая плохая форма, которую обязательно, а с этим редко обращаются. Да, оно же проходит, потом снова возобновляется. Это плохая форма, вот это надо лечить обязательно и в клинике. Дома мало что можно, потому что нужно ставить капельницы, нужно физиопроцедуры, там электросон они принимают и так далее. А вот насчет болезненных менструаций, ну вот сейчас как-то меньше стало таких очень тяжелых, называется это альгодисменорея.
То есть болезненные и нарушенные менструации из-за болезненности. Тут во всем виноват тот самый такое биологически активное вещество, которое вызывает боль где угодно. Это же надо быстро хотела сказать, но неважно. Есть препараты, которые эту болезненность снимают. Иногда бывает болезненная менструация за счет того, что у девочки не совсем правильно расположена матка, допустим, начинается уже загиб. Вот у взрослых женщин бывает фиксированный. У девочек еще можно это исправить, он не фиксированный, поэтому специальные упражнения, рассказать, что нужно, когда, как делать и так далее. Вот. О, простагландины, вот как называются. Вещества, которые вызывают боли где угодно. В ногах, в голове, во время менструации. Его можно выявить? Да, да, можно выявить, но выявить это сложно и очень дорого. Поэтому это 99% это много простагландинов. Есть препараты, которые снижают их уровень при любой патологии. И вот к ним относится замечательный препарат, называется мефенаминовая кислота. Ну, она все-таки кислота. Лучше, конечно, ее в капсулах принимать. Если не в капсулах, то запивать большим количеством сладкой жидкости. Ну, там, чая, допустим, но компота сладкого, не кислого. Очень хорошо это назначается перед менструацией и первые дни. И вот девочки, которые у нас бывали, они дальше уже сами знают, что вот надо сейчас выпить, потом первый день там 2-3, а иногда и 4 раза приходится выпить, а потом постепенно это все снижается. Это так называемая первичная альгодисменорея, которая возникает вот в связи в пубертате. Но бывает и такая же вещь у девочек, у которых уже было воспаление придатков матки. Сейчас много сексуально активных. Кстати, они очень часто еще на себя наговаривают, чтобы быть как все, хотя на самом деле это не самое лучшее качество девочки. И вот у девочек, у которых уже случились воспаления, и тем более не леченые, они боятся. Одно слово гинеколог, и всем уже страшно становится. Это кресло, а кому оно нравится, стоматолог, гинеколог. Это вот у меня дочка стоматолог, а я гинеколог, да? У нас кресло, но к стоматологу идут тоже боятся, но не так сильно, как гинеколог. А воспаление нужно лечить вот как только начинается там буквально первые признаки. Потому что на этом фоне потом вторичная альгодисменорея, с которой справляться уже значительно сложнее, и она может оставаться долго. Ну, это такие уже проблемы. Тут мамы и бабушки должны за этим следить. Кстати, к нам часто приходят девочки с бабушками. И бабушки в ряде случаев даже больше знают о девочке, чем мама. Мама занята, маме нужно зарабатывать деньги, мама занимается всем остальным, а бабушки в этом хорошо осведомлены об этом. И, в принципе, ну, как вам сказать, иногда нужна только мама, потому что нам там нужно выяснить наследственность, течение беременности, потому что угроза прерывания беременности, которая часто бывает у наших больных, очень плохо отражается в дальнейшем на функционировании. Вроде была угроза, лечили, не лечили, все прекратилось, прекрасно девочка родилась, и все хорошо, но опять она страдала во время еще внутриутробно. И все это проявляется вот в подростковом возрасте. Поэтому с мамой лучше, когда первый раз девочка приходит все-таки с мамой, а не с бабушкой. Бывает, что и с папой. Да, потому что мамы зарабатывают, а папы не работают. Вот тут, конечно, сложнее получается. Папе много не объяснишь. Ну и девочка часто просто стесняется при папе что-то сказать. Тут уже такой подход всегда чисто индивидуальный. Но, в принципе, если сложная специальность, очень сложная патология, понимаете, растущий организм, в нем все нестабильно. Это вам не взрослая женщина, вот уже все есть. А здесь самое главное не навредить, потому что иногда лечением принести можно больше вреда, чем сама болезнь. И вот тут вот, конечно, очень аккуратно надо обращаться с медикаментами, особенно с гормональными, с психотропными, ну, с целой массой препаратов, которые, ну, во-первых, и прежде всего нужно хотя бы иметь представление, что они могут сделать не так. То, что они сделают, это хорошо, назначили гормоны, прекрасно, менструация будет после них. А что потом?
Ну, тут, конечно, вопросы очень сложные. Так что всех очень приглашаю, мам и бабушек, приходите ради Бога, никогда никому не отказываем, никогда и никому, и пытаемся помочь. Угу. Ну и дуже коротко, буквально кілька секунд, що до того, на що, коли вперше треба показати дівчинку дитячому спеціалісту? Ой, как только начинается менструация, это обязательно. Угу. А еще лучше, если вот есть нарушение последовательности, появились волосы на лобке, а не растет молочная железа, вот уже надо показывать. Угу. Но как только начинается менструация, девочку лучше показать. Угу. Ну, оценить, посмотреть, сделать. Сейчас, слава богу, УЗИ есть, посмотрели, все нормально, все на месте. А если менструации долго нет, 15 лет и отсутствует, надо показывать. Я дякую вам, Софія Олександрівна. Я сподіваюся, що нас почули мамусі і бабусі. Отже, будьте уважні до себе і до своїх близьких. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до фахівців. Будьте здорові, на все добре.